Всем привет, друзья! Начинаем наш курс новый по цифровому рисунку. На первом уроке я расскажу про все основы композиции, как ее применять. На втором уроке я расскажу все про рисунок, как сделать хороший рисунок. На третьем уроке мы будем проходить инкинг, то есть контуровку, как подготовить наш рисунок для цвета и как сделать хороший, красивый, грамотный контур. На четвертом уроке я расскажу про цветовую теорию, теплохолодность, про сочетание цветов, про освещение, откуда лучше сделать освещение. На пятом уроке мы раскрасим нашу картинку, и я расскажу про все фишечки моей особой техники покраски. И как потом легко менять эти все цвета и делать еще разные варианты цветовые из одной и той же картинки, чтобы выглядело все очень круто, объемно, интересно, проработано и детально.